Поехали! Мы в эфире, да? Ну, если мы в эфире, то здравствуйте, наши маленькие любители Тоха. Шикарно. Покуда Птерикс работает в этот выходной день, шикарное начало. Мы тут играем в карты. Браво. Шикарное начало. Брависсимо. И у нас тут инцидент Кроссинг Тохиган. Да, выложи фокус, он поможет тебе. Какое хорошее начало. Так, что это за кнопочка? Перевернуть стул? Стол? Идет ноут. Окей. Нажми, проверим. Давайте сделаем так. В общем, пока героиня будет прокручивать руку, можно сходить попить чаю. Нет, я вообще сам в конце хожу, блин. Никуда нельзя, потому что... Ластворд? Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Слышь, почули, а ты уверен, что... Мне кажется, этот человек отвратительно играет, поэтому правильно. Я ломаю ему этот ужасный ластворд. Молодец. Я буду спасать, я буду на страже мирового порядка, ты поэтому не никто не бейте меня в этот дурацкий хиган. Ты выкидываешь карты. Что я очень-очень не хочу погибать во время хигана. Что можно сделать? Что можно сделать? Что можно... Прямо с корабля на бал. Ну, давайте. Спелл-карта. Смотри, какой агрессор. Беспредельно. Люди добрые, взорвите кто-нибудь ему спелл-карту, я всех вас спас от одного урона. А, что произошло? Я просто прощелкал. Он поюзал Last Word, я стал А и отменил этот Last Word. Окей, допустим. После этого он решил пойти в агрессию на меня. Ну и подумаешь. Там же сплокарта почули, а не усухи. Да. Поджаловаться. Ну, начнет же мулиганить себе руку. Он и так и уже надровал, какая разница. Ну это почули. Ну, мы подождем, пока сыграет темпс, это пас, пас, будешь почувствовать спал карты блочить. Давайте, ну... Пас. Ага. Правил пас. Идем дальше, Алгар. Алгар, это Рин. Решай. Пас. Ага, Рин пас. А, извиняюсь, это Ред. Рин. Алга пас. Остался Рин. Явно заинтересован в чем-то. Да, я слушаю. Я вас внимательно слушаю. Как я могу тебе помочь, будучи наивный, который не способен помогать? Наивный вообще. Блин. Не, ну если ты понимаешь под помощью не стрелять в тебя на свой ход, то в целом я согласен. Давай. Окей. Молодец. Чё себе? Молодец, так. Щедрость. Щедрость. Окей. Не, Рин Р значит щедрость. Окей. Ну давайте чуть-чуть. Доставай уже свой коренда. Чуть-чуть. Себе какой ты. Поиграемся. Молодой играть. И дерзкий. Хочу хулиган. Грейс и... Я ни в кого не отклоняю. Молодец. Хулиган и хиган. В одном лице. Все. Так, что еще можно сделать? Наверное можно сделать так. Да. Определенно. Почули встал не с той ноги. Не довинно меня. Я боюсь с тобой сидеть рядом сидеть. Ты вот какой злой. Агрессивный. Злой. Я не агрессивный, я рациональный. Если бы ты был рациональный, ты пропустил бы ход. Пол карта.
За счет хакера. А-а-а. Вдруг никого не атакую. Напарника. Никого не атакую. Не-а. Не. Пас. И угодники. Героиня явно не залюбила Аюш Мимара. Меня просто героиня офенсит, как не знамо что. Ты здесь не нужен. В этой игре. В этой игре ты должен сидеть без. Смотри, я мог бы взять Алису, тогда бы меня убили, я даже не смог бы ничего с ним поделать. Потому что Алиса это не персонаж. Почему это не персонаж? Потому что она ничего не умеет. Как это ничего не умеет? Она а что умеет? Она умеет? Она все умеет. По сравнению с Ай, она ничего не умеет. Она умеет готовить. Очень полезный скилл, когда в тебя стреляют данмаку. Правда, это под вопросом, конечно. Блин, в этом месте она готовит. Про Фута говорить, но Фута... Я могу просто сказать, какой Фута — это великолепный. Фута — странный персонаж, но она не ОП, как Ая и Бяша, я могу сказать, почему. Потому что инцидент смешной? Ну нет, такое, Ревел. Нет, потому что Ая и Бяша имеют очень хороший способ реализовать лишний данмаку. Да. А шанс, что тебе зайдет лишний данмаку, гораздо больше, чем тебе зайдет лишняя другая хрень. Так что этого не надо. Другой хрени больше, чем данмаку. Да, но самой данмаку в колоде штук 30. Ну, больше для меня хрени больше. А для меня вышли больше данмаку. Не шутов данмаку. Давай посчитаем. Лазершот. Шутов 24. Нет. Данмаку 30. Лазершот. 4 силовые, лазершот, last word, мили, что ты еще помнишь? 32 где-то, окей, где-то около 29. Нет, сейчас, 31. Ну, может быть, не знаю. 24 данмаку, 4 силовые, 1 лазершот, 1 last word, 1 мили. Ну, может быть, 29. В любом случае, простое отличие Алисы от Фута. Фута может прикрываться за паверапами, а Алиса нет. Поэтому Алиса не персонаж. Я вас любила. Ред, ты их выкидываешь и все? Все. Я уже сдал ход. Окей. Эх, бедный кот. Ладно. Что там делаете? Лишние карты сбросил. Алиса, я вас любила. Я пользуюсь новой фичей. Теперь инходит. Что-то лагает, кстати. Да. 260 пинга. Тем временем сервер 144. 370? Мы идем на рекорд. Саня, играть на фоне просто хормонов, пожалуйста. А чё мы? А чё я? Что, всё? Вы какие-то неактивные, кроме героини-то. Я думал, героиня задаст тон. Шикарно, Алекс. Давайте я буду молчать, потому что у меня есть только буквы, а не слова. Не, Алекс, ты ошибаешься. Я уже вижу. Никто не хочет. Давайте Карин, да вот тот вот все выкинул. Да, извини, сейчас выключу. Ладно. Кошку выключишь. Он выключил кошку. Он выключил кошку, да. Ну, 4 карты, да. Может, пользуется. Может быть, мне тоже начать пользоваться этой. Нет, не смей. Нет. Ревел, может быть, у нее офенсивности кончится, а проблема в том, что это героиня, я ничего не могу с ним поделать. Героиня говорит, а я должна умереть. Все, обей. И пожалуйста, я думаю. Нет. А я не должна умереть. А я должна просто сидеть с маленькой рукой. Держим его шут. Чё себе? Окей. Я ловлю на лицо. Молодец, словил. Понимаешь, в чём дело, героиня? Если Ая сидит с пустой рукой, Ая умирает. Мастер-план. Окей, типа, и чё, давай. Ну, пойду развлекаться. Раз. Пустой рукой. Но это уже не проблема героини, я не знаю. Когда лишишься предметов и всей своей большой почулишься, мы с тобой поговорим. Мы с тобой поговорим. Так что у нас есть из интересного? Не страшно. Блин, сейчас страшно.
А не страшно. Это можно уже выставить? Да, да, весело будет. Ладно, хорошо, Мук, я тебе объясню причину такого. Тебе просто не нравится Аечка, кого-то обманываешь. Не, ладно, я тебе объясню причину. В данный момент ты просто сейчас не нужен. Вот ты сейчас не нужен. Да, да, именно. Я вообще в всех играх не нужен, я уже давно пришел к этому выводу. Нет, ты в данный момент не нужен. Только мешаешь. Как пройдет этот данный момент, расскажи мне, пожалуйста. Когда весь стол умрет и останется два партнера, один из которых определенно уже буду я, как ни крути, ты объявишь о победе? Где тогда я тебе буду нужен? Хорошо, давай ты вспомнишь первый ход. Окей, так, мастер-план сыграл. А что я делаю дальше? Свою же. Темпест. Ну давай. Зря ты это сделал. Нет, не зря, мне не нравится рука. А вы не понимаешь, во-первых, я мог в тебя стрелять, во-вторых, я просто принял единственный дефективный скидку, что у меня был на руке. Твое? Да, это мое. Ну, ты его размешай. Ой, лазер шут. Почему вы скидываете не по порядку руки? Я тоже не понимаю. Мы их замешивать будем. Все равно. Потому что инцидент кончился. Ну хотя такая разница. Ну, положите, ну ладно. Еще разница есть, ну ладно. Разница есть только в одном инциденте. Да. Я вполне мог положить его наверх. Тогда бы ты более активнее верещал, вот что я могу сказать. Да, тогда бы верещал так. Я с ней разговариваю. Дело давай. Это не она, ему плохо, к сожалению. А что, болеешь, что ли? Нет. Весеннее обострение. Так, бороу. Не, я просто подумал, что он есть хочет, может, так что-то. Я уберу. Наш тоже любит кричать. Передал. Осторожнее, там будут спать колоду сидеть. Ну это, тогда здоровье твоему коту. Да ему не сколько со здоровьем проблема. Мне спасибо сказать, что Хиган убрал. Рин скажет спасибо тебе на своем ходу следующем. Скажет. Я тоже скажу спасибо. Я потом послушаю. Алис. Да, я в курсе. А, товарищи. Сейчас я буду ругаться. Знаете почему? Почему? Раз, два, три. Пролетело с дела Темпеста пустому месту. Точно, да, блин. Тут они... Я нажимал дело, а вот такой кривой. Это можно отключить. Хост, отключи это. Как это отключаться? Дил всем я нажимал. Нет, просто у нас сейчас затригерен восьмой игрок. Его можно как-то отключить. Хох это делал. Давай, Хост, рассказывай, как это делается. Откуда я знаю? Меня тут точно нет. Все, Алекс? Значит, нужно быть осторожнее при деле. Там весну не скидывайте случайно. Это оставим, а остальное там. Ой, ты Алиса. Алиса на Алису. Это солнце, окей. Так, это замешать надо. Ой, а чем мы там сбрасываем тебя? А, весну. Ну, это смысл, что я делал Темпест там с утра, и все хорошо. Снова. А че вы сделали Темпест? Мне нравилось. Затем я сделал Темпест. Опять эти улицы Стокгольма. Блин. На том месте, где я сижу, Крюгер сидит. Успокойся. Рин, посмотри, у тебя то же самое должно быть. Прокрути стол. У тебя должен быть Крюгер тоже.
знаю, блин. Можешь развернуться. Развернуться-то я развернусь, но, блин, я думаю сейчас. Ладно, давайте сделаем так. Давай ты будешь тихо сидеть, а? Ты понимаешь, что это очень одиноко, но все же. Блин, ладно. Да. Блин, вот что делать? Что же делать? Что же делать? Что же делать? Что делать, как же быть? Сейчас, сейчас. Давайте подумаем. Ну. Технически, раз, два, три, ладно. Раз, два, три. Интересный ход. В Сатори, что ли? В Сатори, да. Рин. Сейчас, сейчас. Чё, я тебя бью. Один раз. И ты нет, не... Подожди, может тебя кто-нибудь прикроет. Сейчас, там есть... Я пас. Весна. Весна. Весна придет в наши сердца. Даже не знаю. Не знаю, что с ним делать. Надеюсь, сам успокоится. Ладно. Мук, давай. Чей ход-то? Муга. Там сотые весны? Да, две. Вы медленные. Опа. А ты достреливаешь до него? Нет, нет. Ну зачем? А, может окей, поломать Марису. Окей. Ну сломал. Сломал. Рэм ломает Марису. Там нет. Окей, все. Убираем. Убираем. Нет. Смотрите, как это. Ну, можно нажимать цифры, я не верю, что это работает правильно. Нет, на самом деле, правило я глянул, там они берутся сверху вниз идут. Ну, берут. А, ну тут правильно. Ну я могу проверять это будет отдельно. Ну, я уже глядел, на самом деле. Только что. Да. Старый ТТС мне нравился больше. Опять пожились. Ну ладно, ну все новое, оно это, первое время... Не понравилось, похоже старого. Да, это непривычно. Потом привыкаешь, нормально, и станется наоборот. Прошу прощения, весна, и... то есть одна есть. Да. Карты? Сколько? Внутри. А, все, ясно. Это мы уберем. Наверх. Надо чуть-чуть. Ну все, два бордера из колоды достали и обложились им. Что там бордеров мало, всего 2 на 80 карт. Только приходят они не тебе. Что это, ластворд что летит? Ой-ой! Колбасой! Какой хитрый. Колбасой! Ну пас. Только какая я решит, но я скорее всего спас. Что пропустил? Что происходит? Ластворд. Господи, я видел ластворд, кто его это там делает? Пергайте его. Сатори. Сатори зло. А, не знаете, я обиделся на этот мир, все меня бьют. Я просто буду грейзить его. А-а-а. Тоже пас. А, одна, пошли грейзить. По часовой? Да. Блин. По часовой. Стрейзил. Что же делаете? Получил. Алекс, это... А, бордер сначала. Нет. Барьер, Алекс. Ай! Ай-яй! Да, барьер. Ай-яй! Давай. Нет. Сени нет. Нет. Каенство-то какое. Дальше. Получил, а Power скинь, пожалуйста, какой-нибудь, на выбор. Какой-нибудь на выбор. Есть. Да. Летний. Дальше я теперь. Ну, получил лицо. Мукс Крейзел, Red Border. Нет. Тоже нет. Ну вот. Почему надо Сатори? А Раб скинь, пожалуйста. И все зло от Сатори. Ну, да. Подожди, Грейзел. Раб скинет. Вы говорите, блин. В арабском, пожалуйста. Ты получил урон. Все, спасибо. И восторг. Ой,
Какой ужас, какой ужас. Бортер не работает. Бортер китайский попался. Брат, не твой ход. А. А ты зачем выкидываешь? Не твой же ход. Я не понимаю, зачем. Лишняя карта же. Ну, так в конце хода, а не сейчас. Ну, он решил сейчас, видимо. Чего это за карта? Землешут, ладно. Я понимаю, что. Ну а давайте, ладно, ее оставим вот здесь вот где-нибудь. Да вот ладно, что вы. Ну, не, ну пусть лежит, все. Господи. Он ее и так видит. Гримуар, весенний. 5. Интересное кино. Очень интересное. Класс. Супер. 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 4, 5. Окей. Все? Убери. Весна есть. 5 карт, да, там есть. 5 карт, все. Пусть берет сначала свои 5 карт. Пусть берет. Инцидент is over. Найс. Все, все. Ну, ты их раздавала. Заложи, да, его, да, все. Это уходит. Сейчас положу, подожди. Ну, все равно перемешивать. Олег говорил, что старый, ты был топ лучше. Она слишком толстая. Да ты толстая, Алекс. Она просто упитанная. Толстая она. Я говорю, карта. А карта, а не Летти. Я говорю. Я за картой говорю, Алекс. Я думал, ты про Летти говоришь. Почему Летти толстая? Что с вами не так, люди? Я не говорю, что она толстая. Раз, два. Нет, не а? Алекс, ты хочешь мне сломать? Достреливает, извиняюсь. Почему достреливают? У него раньше один. Три. Раз, два, три. Ну, достреливает. А, да, достреливает. Ты меня бьешь и ломаешь бордер? Да. Ну, ломать бордер тебя бьет. Ой, ну а бордер я не могу использовать, потому что он мне его ломает, да? Он сломает уже. Ну тогда чего? Я не знаю. Будь то прикрывать, нет? Наверное, нет. Можешь айку сесть. А Магира не хочет попробовать? Алекс. А? Я говорю, пас. Сломали. Ну зря, на самом деле. Алекс, есть такая фигня, как нету нужной карты. Раз такое бывает? Третий шут надо же. Представь себе. Никто не хочет? Нет. Нет, конечно. Ладно. А, это уже третий, однако. Да, это уже третий. Кстати, что это за шут возле рода валяется? Это как померть выкинуть. Выкинуть. Ну, выкидывай. Ну, это скин свой шут, и шалик скинет. Да. Я сбрасываю карты. Инцидент сейчас будет у нас. Там 5. Да, инцидент. Да, неожиданность. Сейчас. Надо скинуть. Взять столько же карт. Скинул. Взял. Блин, дурацкий инцидент какой, а? Закройте его, пожалуйста. Все карты мне спутал. Алекс, жаловаться надо мне. А тебе что жаловаться? Ну, потому что. У тебя 3 жизни, а мне 1. Жаловаться надо мне, потому что мне сейчас нужно будет скидывать руку. Это очень плохо. Я тоже не хочу скидывать свою руку, поэтому и говорю. Поэтому же жалуюсь. Выкиньте артефакт, ребят. Ну выкиньте, я и говорю. И, кстати говоря, героиня будет тоже не в восторге от того, что я буду скидывать руку. Ну давай попробуем проверить. Есть там артефакт или нет там артефакта. Рин, в тебя шут. А бордер будешь проверять или нет свой? Нет. Это не артефакт. Упс. Сгрейзил. Окей. Раз он сгрейзил, я могу атаковать другого игрока в рейндже. Алга, в тебя летит атака. Правда, что ли? Да.
Ну окей, кто-нибудь будет прикрывать суйку? Отлично, еще больше карт, чтобы скинуть. Ладно. Он ее выкинет вообще-то. А, ну да, он ее выкинет. Ну, больше все, я все сделал. Так, лишняя в общем, карта. Выкидывай, героиня лишилась-то хилки. А, без разницы, блин. Да. Ну, он... там предмета не было? Не было там артефакта. Я говорю. Три... Четыре, потом еще 5-6. Почему 4? У меня 5 было. Ты, ну, ты должен был одну задискардить. Одну ты должен был скинуть в конце моего хода. Блин. Героиня лечилась двух хилок подряд. So sad. У тебя было две лечилки, да? Да, у меня было две лечилки. Хорошо было тебе. Да, мне было хорошо. Потом это хорошо испарилось. Хорошо вместе. Так, ладно. Это запросто. Понимаешь, ты меня, да? Ну, естественно, ты мне хилки скинул, сранец. Что я тебе скинул хилки? Это вы так медленно весну скидываете, что инцидент такой у меня начался. Так ты их и выкладывал, эти инциденты. Ну да, но я планирую, что они будут немного с другим темпом идти. Так что теперь страдай, я на тебя обиделась. Кто знал, что вы такие медленные. Так, кто мне там еще страдания причинял? Ну давай все в меня, что скромничаешь? У меня плюс один рейндж. Я могу атаковать Рина, Рейвела, Алекса и Аони. Нет, да? Меня не могу. Нет, Аони не могу. У тебя фокус, надо жаловаться. Естественно, у меня фокус. Вот все, ты получил фокус, Серж, радуйся. Что придется об тебя сливать кучу карт в надежде... Провидел чертов фокус. Ну или один силы войти. Ага. 4. И ты до него не достреливаешь. Не достреливает. Логично, что ты в него не выстрелишь после этого. Черт. Ну я пас. Ну окей, пас. И сюда же будет 4. Ну окей, значит, пас. Что за блокнот? Что там за? Что там за бардак произошел? Так. Я правильно писал, это видно? Долго дистанция 4, да? Нет, всех 4. Да, всех 4. Кубан наступил. Да, всех 4, да. Нажать Алекс? Алекс, скидывай руку. Да, я знаю. А что там? Там не было этого с артефакта. Ну, чтобы показали бы все-таки руку. Интересно, все-таки, что у вас там было. А, мало ли, что интересно. А тебе мало ли, что тебе интересно? Значит, ты ушел капчур, очень полезно. Мугилс, Амугилс, моя рука, моя рука. А еще грамотные люди считают количество бомб. Твой дискард открытая зона, так что не надо. Не суть. Давай. Блин. А не знаю, что жаловаться. Дискард открытая зона. Чего я жалуюсь? Надо лучше твою глянуть, а кто тебя знает, только там артефакт был. Если до всех 4, то это жестко же. Да, это жестко. Да. Какая проблема для тебя, учитывая, что ты можешь повезти спел карту и бить кого хочешь? Видимо, никакой. Что ой, я забыл кое-что сделать просто. Я поэтому это. Я вот что хочу сделать-то. Так. Ага, окей. Сделал.
Алекс, ты это раньше не мог сделать? Не мог, потому что ход только сейчас пришел ко мне. Вы будете смеяться? Мы будем смеяться. Я не знаю, на самом деле, у меня... Нет, я так, конечно, себя угроблю. Я не знаю. С чего ты себя угробишь? Сделать вам подлянку вообще? У меня все равно надо здоровье. Твой выбор. Я могу вас всех убить, короче. Как хочешь. Как хочешь. Он может всех убить. Могу вас всех убить. Вообще без разницы. Хорошо. Ты можешь заодно посчитать свою роль и понять, что тебе надо сделать. Главное, чтобы себя не убить. Хотя, я и так уже покойник. С одним за дорожку. Падри, и ничего не сделаешь. Так. Он хочет всех нас убить. Он хочет всех убить. Бей его! Навались! Блин. А я могу свою карту посмотреть, да? Ну да. Смотри. Он хочет всех нас убить, бейте Аечку и кролика. Да. А я меня за что? Ты, зараза, мне эти хилки скинул. Две! Иди нафиг! Личная неприязнь. Вот-вот. Блин, за эти хилки ты будешь страдать. Может... А, просто у меня две хилки в руках, я надеялся с ними всю группу сидеть. Ладно, я, короче, устрою мини-армагеддон. Да. Это ну, было. Для веселья, короче. Мини только для себя, что ли? Я, кажется, знаю, что там у Алиса лежит, но... Там, я устрою вам всем... Сладко будут эти печки, а потом Хигана... Не, Хигана тут. Я устрою вам всем сладкую жизнь. Потом будет ливать. Всем сладкую жизнь устрою сейчас. Сладко. Что ли? Сначала ли, потом феечки, а потом дерево. Да что ж ты не кладёшься-то никак? Алекс, да. Глупая карта. Давай. Ой, что я делаю? Что я делаю вообще? Какие-то странные действия. Я сбрасываю карту. Я не это. Ладно. Я опять мимо, короче. Ты это выкидываешь или... Я выкидываю в дискард. Он не играет. Все, давай. Армагеддон. Та-дам! Кто бы сомневался? Первая труба. Это одна карта? Нажми, я посмотрим. Лето, Алекс. Молодец. Не судьба. А Оля, ты счастливчик. Непутевый Армагеддон. Один из десяти, Алекс, один из десяти. Он еще не закончился. А здесь будет три трубы. Это была первая. Три трубы? Да, это была первая. Ты две карты взял? Да, две карты. Вот у меня на руках шесть, было пять, и вот лежит уже фокус. А, да. Плохо читаем. Так, ладно, да. Давайте. Я догадываюсь, что именно в таком порядке. Давайте заставим выкинуть бомбы. Та-да-да-да. Та-да-да-да. И бомбы, что там делаешь? А лазершот. Вот она. Вот она. Карта моей мечты. Он не начитался стратегических подсказок от Мукза, он теперь играет по науке. Какие стратегические подсказки? По науке он бы стрелял в меня. Вторая бомба. Окей. Сатори разделе. Окей, вторая бомба. Сатори, я вас любила. Окей. Возьму две карты и все. Пас. Да, наверное, тоже пас. Пас. Так, там был лазершут, там потом был силовые, а ты можешь играть. Вот он. Да, можешь. Алекс, пас? А кого да. Ты любишь? Никого. Я достаю до кого-то, наверное, да? Ну, пас. Да. Четыре, рейндж. А, точно забыл. Тогда на кофигу надо менять тебе силовые? Он очень хотел иметь павер. Просто так, например. Ладно. Забирай свои карты. Все. Две карты. Две карты. Можешь заодно повернуться. Видишь, какой кролик наглый. Забирай карты, поворачивайся. Ну, кто-то же тоже что-то сконтролировать. Нет, зачем? Не знаю. Надо было выкинуть бомбы, я их выкинул.
Вспомнишь, он свой ход делал? Фаут, вот вторая, вторая труба. Что у нас? Фейки? Часовой. Урина, разумеется, нет, то получает. Да, ну, получил? Я не, да, не увидел. Да, да. Так. Я его тоже выкидываю. Ну, вы заранее выкидываете в конце. Ага. Получил, получил, получил. Может, что-то как-то весело. Ну, надо бы. Так, а он еще остался, по-моему. Да, я еще сейчас, но... Ты с угла положи, их, не, их же не видно на этом празднике. Окей. Все. А дальше дерево. Кто вспомнит, чем дерево разрешается? Нет, сходу. Какими-то, да, какими-то там сезонами. Шесть зимы. Какие вода кулы. Памятливые. Алекс. Ну все, Мук закончил ход. Самая лучшая комбинация, Алекс, это этот. Алго, что это? Где? Карта, которую я буду выбрасывать, шо ты привязал. Закончил ход. А он, что ты говоришь? Ход. Ты можешь выбрать. Сейчас они разберутся. Вот. Кто взял карты, скинул этот. Так вот. Рот получил на лицо или что? Я на лицо получил. Да, он на лицо. Ну, просто вроде бы 3 карты взял. Три карты взял, а я за урон. Так вот. Алекс, самая лучшая комбинация это будет, если пройдет нормально сфера и еще приливаешь свет. Но никак не вот то, что ты устроил. Нормалек. Черт. Ну, кто там опять ластворды кидает? Пас. Кто пас? Ну, как не да стоп, подожди. Это кидает? Так, нет. Ладно. Я должен тут не давать сноуболиться таким вещам. Сейчас, так. Читайте, сколько там? Их? 8. Еще одна. Уже 9. Я юзаю спал карту. Юзаю спал... Ну, бомбите кто-нибудь. Если не хотите, чтобы Юка набрала сейчас карточек. Я копирую эту спал карту. О, господи. Слышь, кролик, ты не офигел? Нет, я отменяю, копирую, так что все получают по лицу, но уже от меня. Да, ребятки, и самое занятное, знаете, что пас. Это последние бомбы. Да, я посчитал. Пас. Ну, по часовой. Алга. Что тебе надо от меня, кролик? Даже капчер вышел. Типа да, атака. Никто не может помешать этому так. Типа атака. Скрейзил, Алекс. Лицо. Крейш. Скрейзил, Рин. Вы такие все голы сидят. Павру кидывают. Грейзы. Ну все, складывайся. Наоборот, раз надо, потому что иначе бы он карт надровал. Зиму забыли. Какую зиму? Зима была. Нет, зачем зима? Нам маку нужна. А, да маку собираем, елки-палки. Ну, чтобы понятно, там действительно в переделево лежит, ты уже забочен зимой. Алекс. Я все равно умру. Что? От собственного дерева. Ёма умрет от дерева. А зачем ты выкладывался? Черт, я мог бы Рину убить. Это ладно. Было весело. Я радость хотел доставить. Радости, веселья всем. Девятый решился. Радость. Пусть пока он сакат забирает. Сейчас Рин берет две данмаку, вписывает их в ревела и его убивает инцидент. 4. Дистанция. Давай, Рин, ты сможешь. А, до дистанции все еще 4. Не, а, хотя да, точно дистанция же еще. Не достает, ему нужно 2 шута. Ну, да. Шуты а и данмаку, я имею в виду. Все, поехали. Я в тебе не сомневался. Просто best game ever. Ever best game. Мы пережили все плохие инциденты технически. Кризис еще остался. Кризис, он не наносит урона, вот. Не наносит урона. Только по твоему душевному здоровью. И еще 2 надо взять. Окей, что я могу? Так, там у нас есть Суй, который умирает. Понятно. Потом Алекс, который... Йому, который умирает. Там у Алга 4 зимы лежит. Нет, 3. Но он
возьмет еще, короче, две зимы. Алекс, сколько бы я зимы не набрал, это не поможет. Грандиозно, пойка у дерева. О боже мой. Ну там у Рины еще одно хп, да? У Рейда сколько там? Два, у Мобилза три. О боже мой. Я даже не знаю, надо ли мне вообще что-то... Я умру на ход героини, она у меня просто все дамаг у меня расстреляет и все. Нет, ты не умрешь, чувак. Я тебе отвечаю. Ладно, окей. Но с другой стороны, с нас до всех четыре, что я могу сделать? Блин, а там еще жизнь будет интересно? Хватит тянуть время, засранец, дай мне умереть. Умирай. Умру, назло тебе. Итак. И кто-нибудь будет? Что-нибудь есть? Кто-нибудь будет оживлять Суику? У меня рука пустая, простите. Если бы было чем оживить, я бы оживил у себя на следующий. Не оживляйте Суику, да? Нет. Суика оживляет себя сама, нет? Покажи, что там. Нам вполне понадобится зима. У Суики была вечеринка в кармане. Вот тогда поворот. Грыз. Целая одна зима, есть шансы. Окей, все остальное выкидываешь. Так, стоп, ща. Рэвил, а где ты писал? What new, grey, what? Чё они с нотпадом сделали? Все, я стер. А, он теперь здесь стирается, да, окей. В общем, героиня, раздевайся. Я понял. Так. Раздевайся. До двух, да? Сначала итим, потом карта до двух. Суйка раздела почули. А, там есть зимний стоп. Сенсация. Господи, да еб. Сенсация. И еще три карты. Зиму давай, зиму. Давайте вот это. Хотя это не поможет. Это. Уже. Четыре. Хакера на летие. Еще одну. А, все. Ну я и в любом случае. Да, но ему должен не умереть самому. Ладно. Hilarious. Все. Продолжаем. Продолжаем, Алекс. Получаешь. Да, я знаю. Можешь карту. Есть у кого-нибудь там ванат, пожалуйста? Нет. Не появился почему-то. По всем. Странно. Так, что еще там? Один труп. Солнце, весна, солнце. Ничего нет. Пейдж. Героиня. Пусть это дерево. Я должен ход пропустить. Все еще нет зимы, потом можно... Герой может просто подождать, и мы все остальные дальше сами умрем. Да, надо в безопасной дистанции понаблюдать за этим безобразием. Ну да, только уже имба, не контрится. А, нет, не так. Да, не то чтобы попытать что-то сделать. Стоп. Он думает. Возьму две карты. Ну, пока Рэвил дошел, ты мог ударить Рэвил. Пас? Пас. Ты так пас. Ну, Рэд еще будет говорить. Я говорю пас уже. А, пас, ну а Рэвил говорил там пас сейчас, Евген, да. Ну все тогда, окей. Раз все сказали пас, берем карты. Вау! Еще две карты. Облегал, ладно, заходит по чуле. Еще две карты. Я сейчас возьму два шута. Ванапы. Зимний ванап. Это немаловажно. It's supposed to be fair. Могил. Ты готов сотрудничать? Хочешь меня убить? Давай меня убивай. Нет, он сотрудничать хочет с тобой. А, сотрудничать? Что происходит? Ты готов сотрудничать? Смотри, я готов принимать что угодно, потому что я пуст. Окей, как морально, так и физически. Мастер-план. Окей. А чей ванап? Мой. А Оня, ты уверен, что ты правильно сейчас поступил? Убрав этот инцидент. Тебя уже фугустули, так что и не жалуйся. Сам я ни в коем случае не жалуюсь, я понимаю, но просто, по-моему, героине сейчас было выгодно оставить это дерево.
Что зависит от того, какой у нас второй партнер. Да, вот именно. У нас второй партнер, осталось 2 стажа, остался 1 экс. А, она не хочет ложиться. Не делай так, пожалуйста, просто положи, положи сверху. Они не хотят ложиться. Сделаем так. Куча всяких разных хренных инцидентов сейчас. Идем дальше. Что мы можем сделать? А я еще, однако, не стрелял. Эрис. Две. Три. Это что происходит? Это Врина полетела. Ты можешь использовать два шута. В правой стороне ты в него достреливаешь за два шута. Да. Давайте. Точнее, с левой. Ну, давайте. Нет. Спасибо. Ос. Ну, сейчас он карту возьмет. Ты карту сначала возьми. Вдруг там банан. Да, ну... Значит, классно повставать, когда у тебя нет опций. Ну, хотя бы карту взял. Какой хитрый Рин. Дальше. Не, ну, полная рука мулигана. Это вообще нелегально. Ты сейчас вообще... Охренеешь. Слишком крутая карта, чтобы она была в двух. Просто. А, да. У тебя третья карта была ему календарь, стопудовая. Горит ДОП, надо уменьшать количество карт. Я использовал карту, да? Да, ты использовал карту. Прекрати, хватит мулиганить, остановись. Я вас еще больше не знаю. О, слушай, я одобряю, у меня и так пустая рука. Темпост. Ну давай, темпост. На, окей, Рин ванапнулся, я ее не заметил. Так, только аккуратно положить, пожалуйста, место. Да, сам давай. Что-то будет Пачули голый сидит. Пачули, ты где-то свои шмотки оставил. Не гляди на меня. Так. Сделай, пожалуйста, поаккуратнее. Наверное, по очереди нужно, ну, мне Мобилс. Да, по очереди всем активно. Давайте по три. Давайте, набирайте сами каждый. Типа, да не по три, давай по очереди. Ладно. Ладно. Он-то лучше меня делает. Молодец. Я сейчас карту АО не подсмотрю на стриме. Да хватит! Что хватит? Забудь! Я говорю, что две коренда ОП. Хватит. Да спасибо, что он еще не нитали. Должен быть благодарен. ОП же. Должен быть благодарен. Две коренда. Честно, что проверил? У него еще два гримуара было подряд, шаффл такой же остался. Так, где шаффл? Вот если бы он сейчас был нитари, он бы сейчас начал еще скидывать свои фокусы и паверы, чтобы новые карты достать. О! Да. Аони! А, все, давай. Я вижу твои карты. Добираем. Спасибо. Окей. Ой, да. По часовой. Сначала мук. Сначала мук, да. Пошли. Четыре. Я беру 6. Да, берешь 6. Поздравляю. Стоп. Ты сколько набрал? Молодец. Ctrl Z сделайте. Ctrl Z. Вот, все, спасибо. Так, все, вот. Я думаю, еще раз Ctrl Z. Еще раз, да, еще раз. Все, вот. Сейчас берет Рин. Сейчас берет Рин. Потом Ред, потом я. Нет, Ред уже брал. А, Ревел, все. Ревел. Ладно, возьмем так. 2, да 3, ладно, 3, что 4, ты? 4, 5, 6. Мог бы брать все. С помощью цифрки. Ну, ладно. Он за помощью цифрки, ты видел. Я уже с помощью цифрки. Странно. Не надо. Давай. Чем бы заняться? Не знаю. Я подумаю. Я тоже не знаю. Бей кого-нибудь. Ты чем хочешь заняться? Не знаю. Тут 2 хп, это грустно. Я знаю, чем я хочу заняться с кроликом, но я вам об этом не скажу. Дискастинг. А чем с кроликом-то? Потому что он useless bunny, good for only. Там сервис. Оба ударить.
Не давай, знаю. Я теперь твой наемный убийца. Кто мне аннигилировал? Ну действуй. Почему твое усмотрение? Транклюкируй. Кто тебе больше нравится? Твое усмотрение. Дискомпобулируй. Если на мое усмотрение, то ловишь шут. А почему я... Транклюкирую. Потому что ты меня бил. Всего-то один раз. Неважно. Грянь тебя тоже било, ну ладно, я получил. Резину. Так, что там мы... А, лето. Где лето? А, еще один шот. Ой. Прикрывать будет кто? А Аечка вообще достает до... Конечно. Достает она вот так. Справа 1000 трупов. Раз, два. Справа 1000 трупов, да. Фак. Ред, Рин, ну, вы будете прикрывать? Ну ладно, я, допустим, теряю еще одну. Что там, панап что ли хранишь? Панап. Окей, замечательно. Спелкар. Спасибо, Перу. Такой коварный подлый трюк. How about no? Окей, ладно. Кто-нибудь еще будет канцелить? Нет, это нельзя канцелить. Это нельзя канцелить. Набирай свой шут, давай. Просто шикарно. Набирай руку, да. Так, пока он так все это делает, я не могу это сгрызть, поэтому я получаю лицо. Целый один шут. Я получил лицо, я умер. Все, умер. Вы там солнце смотрите? Стоп, солнце, да? Не было там солнца, я уже глянул. Там лето, зима. Ой, лето, зима? Не лето, извиняюсь. Это солнце? Весна, зима. Здесь солнца нет. Okay. You will not be missed. Отстань, надо было тебя убить. Быстро, босс. Ладно, я закончил свою черную работу. Справа все умерли. Рин уже все в отчаянии. Ред, убей, давай. Выстрели мне в ногу. Ну так уже в ногу раненый. Мне кажется, у нас клоун. В смысле, это X-Mid-босс. Рин, ну как же верить в светлое будущее? Представляешь, ты хочешь выйти? А ты технически можешь еще выиграть. И разве знаю, магма не течет по твоему, по твоим жилам? Ласт-ворд, ага. Окей, типа я... А прикрывать не будет никто, Рина? Я грейжу. Во. Кто кого бьет? Да, а подожди, он пустой. А, во. Я грейжу. Все. Рин взял за потерянную? Угу. И там солнце есть? Есть. Вот оно, солнце. Но это уже и не важно. Там у меня солнце, вот солнце. Там уже набирается 6. Да. Я решал. Как это уменьшать? На минусик сейчас. Где-то минус. Все. А, окей. Господи. Ну, что, Айселин? Кто-то есть-то? Ну, да. Да, ты был клоуном. Окей. Ты, господи. Могилс, сам Могилс. Какая тебе разница? Это не эффективно. Могилс. Мы клоуном называем того, мы кто... Уже, мы уже говорили, что как бы... Да. Давай без клоунов, а? Хорошо? Давайте не говорить слова. Все. How about this? Так, ну... Если у тебя проблема с этим, мы это можем быстро решить. Все. Ну и... Джест... И... Что, спелл-карточка? Еще спелл-карточка, окей. Хорошо. Так. Давай. Пас. Пас. Все. Взял. Так, сколько я могу карты? Получил по лицу. Получил по лицу. Что ты делаешь? Зачем ты бьешь меня? Зачем ты его бьешь? Так, сколько ты уверен, карты? Что потеря моего здоровья так важна была для взятия твоей карты? Гляди,
Ты разыграл с спел карты. Ты разыграл Данмаку. Все. Больше так. Ты ничего не можешь сделать. Так, вам по двоим, значит, ничего. Хеллоу, Сирийки, кстати. Хеллоу. А что ты сейчас привет сделал? А, ну, ты взял две. Все, да. Все. Алекс меня не ждал. О. Здравствуйте, ждал. Господин Сирийка. Да. Ждал. Вот Леони тоже меня не ждал. Ждал, надеялся. Хорошо, хоть в звонок пустил. А, Перикс, ты у нас тут Люситочку пропустил. Я видел, да. Она писала, с ума сойти. Ну, ее украли в Теру, поэтому все грустно. Так, сейчас. Не нужен май. Тебе нужно, однако, два да. Данмаку вместе с футом. Два. Ага, окей. Ну ладно, ловлю в лицо. Так, теперь будем надеяться. Бери еще одну. Ну, так, еще да, одну. Сейчас поменяю. Там. Ну что надеяться? Нам нужно его спиливать. Так, теперь надеемся на мой любимый рандом. Подожди. Ох. Что там, пати? Угу. А, да. Я не выкинул. Пауэр, извиняюсь. Вот я выкинул. Давай. Так, сколько? Три? Три. Ой, что ты почули как-то? А почули, что с тобой? Чё? Ты умираешь? У меня астма у меня, Алекс. Разыгралась, да? Астма, да. Разыгралась вообще. Кто это сделал сейчас? Можно узнать? Мух. Я этого не делал. Я тоже этого не делал. Это есть простое оправдание этому. Он забыл снять выделение. После того, как взял карты с помощью тройки. То есть он когда же с помощью тройки берет карты, он же ничего не выделяет. Да? Да. Он просто наводит на колоду, нажимает 3. Без выделения получает 3 карты. Окей, допустим. Сейчас посчитаем еще. Господи. На кого ставить? Ты... На Уни или на Мудуза? Подожди, ну со мной Рэд. Кто? Рэд. У нас и что? У нас уже вышел экстра босс и... Тут два стадийника и герои. И два стадийника еще. А, да. А, вот. Грустно. Грустно, да, грустно. Ну, стань, не играть не умею. Сейчас, подожди. Экспит босс, как обычно, не сошелся с мнениями с экс-босса. Так, это ты выкидываешь, да? Мукилс. Честно, достал. Вот, да, вот. Я понимаю, что твой юмор, но я не умею играть. Ладно, не суть, в общем. В эту хрень. Как говорится, just as planned. Just as planned. Я... Не, честно, я пытаюсь понять. Принципе, да, сейчас я выкину одну карточку. Сейчас, секундочку, дайте. Юморист. Я выкину, например, вот это. Раз, два, три, четыре. Это форум мазохизма. Каждый раз играть в карты, потому что мне, в конце концов, они каждый раз... Мне не нравится. Надо выкинуть две. Две. Раз, два. О, не пошли потом соку. Ты пожалуйста. Я чувствую, я сейчас проиграю. Вот. Скорее всего. Тебе нужно кого-нибудь убить из нас за один ход. Значит, ты проигрываешь. Так, и еще две беру, да? Я еще две не брал. Что две берешь? Ой, раз, два, три. Окей. Так. Этот сидит с рукой, окей. Там это все с руками сидят. Окей. Остановись! С рукой сидит. Что же делать? Сколько? Шесть выстрелов. Что же делать? Я даже не знаю. Стреляй, пятачок. Давай. Нет. Но если он это сделает, он испортит воздушный шарик. А, там две карты должны были идти у тебя, ну... Да, две карты должны были уйти. Тут эти, в общем, не суть. Давай. Еще стрелять будешь? Давай еще разочек. Ага, Рейс. Рейс.
Ну, пас. Опа. Что? Тебе стоило убить одного из нас, а не пытаться двоих расстреливать. Ай-яй. Что ты делаешь? Подожди. Хочу улить. Ай-яй. Не лезь, так. У меня это был четвертый, да? Да. У меня еще два, еще да? Два выстрела. У меня еще да. два, так? Да, стреляй. У меня еще два. Уходя, гасите всех. Я отменил, молодец. Можешь выстрелить меня лазершотом? Нахуй бей туда. Я не обижусь. Я тебя. Ох. Ну, пас. Ты что, пас? Пас. Плохо, что ты бомбу раньше потратил. Тебе нужно было оставаться до нового хп, я бы тебя прикрыл в случае чего. Давай, давай, ну. Ты что делаешь? А, ну да, получаю в лицо. Давай, в лицо. И я беру карту. Берешь карту. Бам. Молодец. Выкинул ту карту, которую... Ну, знаешь, если бы я умер с этой карты, я бы не был более да, полезным. Давайте теперь мыслить рационально, но технически. Учитывая, что ты стрелял в разных людей, ты не мыслишь рационально. Так, это было... 6 раз я выстрелил, да? 6 раз, все. 5. 5 выстрелил? 5. 5 раз и выстрелил с полкарты. А. То есть у меня еще один есть. Я еще один выстрел. У меня еще один есть. Все, я умываю руки. Ты можешь мне приходить? Нет. Кошмар. Караул на фане. Я мертв. У тебя нет ванапа? А, какой ванап? Инцидент. А. Инцидент решил. Алекс, эй, Алекс. А. Нельзя ванап. Что такое на фане? Да мультик такой был про домовенка. Там он кричал. Почему есть инцидент? Инцидент позволяет ванапать, поэтому... Типа, на фане. Как она ванапать может? Там же написано, что ванапать воскрешение все это. Три карты и смотрел. Про домовенка пузю. Так ты нифига, если ты сейчас не делаешь, потому что карту ты начинаешь. У нас в Венсаке такого не показывали. Какого у вас инцидента там? Уфо. Три карты пока... Нет, ты должен взять три карты и показать их всем. Ну, ладно, будем считать, кто знал. Я-то знаю. Давай, окей. Бери еще одну. Бери. И сейчас ничего не берешь, все. Ну, просто говоря так сложно, просто скажи, показать три карты и все. Показать три карты. Если там есть лечение, поварап или инвокации, ты берешь какой-то... Теперь ты слышишь лазершот, карту убиваешь его. Давай. Зачем я могу так сделать? Ну или так, да. Да, он берет и грейзит последней карты. Юка красивый, нас вы не поверите, но... Что, давай, давай, покажи. Что, ты умираешь? Чем ты это делаешь? Да, что бы делать? Печалька вообще. Ладно, все, все. Мёртв? Я рип, да. Почему? Пришел грейз. Я затанчил для Юки. Финал босс. Ей, победа! Надо было... Я знал, что нужно было... Поздравляю, Рэд, с первой победой. Я как раз ванап лежал, есть не инцидент, я отмугился, спас. Неплохо. Не, ну это было неплохо, блин. Ну. Ну до этого не добраться, до этого падла вообще никак. Подожди. А вообще опасный, у тебя есть. Ты неправильно мыслил, Они, смотри. Во-первых, я до сих пор не понимаю, почему ты начал стрелять в двух человек сразу. Не, будучи неуверенным в успехе того, что убьешь кого-то из нас. Хорошо. То есть ты там чисто потом топ-декал. Вот давай мыслить. Если бы я разыграл раньше с полкарду, я бы ее заюзал? Тебе нужно было сфокусить все силы? Я бы ее заюзал или нет? Смотри, Аони, объясняю еще раз, почему я считаю, что ты был неправ, потому что ударил меня. Давай. Во-первых, Ред был более опасный, потому что он мог ударить, несмотря на чью-то защиту. Ред мог ударить, несмотря на твою защиту, с помощью спелл-карты, что он сейчас и сделал, что послужило твоим проигрышем. А ты можешь набрать карт и ударить меня. Ну у тебя плюс 3 к броне, вот фокус у тебя, дистанция, мне до тебя дострелить, я могу тебя дострелить а только этим. Возьмешь 5 данмарку. Ну это маловероятно. Это менее вероятно, нежели чем возможность Юки сделать то, что она сделала. Они там лежат последовательно. Так, ладно, товарищи, стрим тогда ладно, гасим. Да, всем спасибо, всем счастливо. Пока. Да, всем спасибо. Это... Град Среда и... Да, давай, Пелекс, жги. Никогда не заходите на наш форум, не подписывайтесь на канал, не смотрите другие наши стримы, видео. Я сегодня это уже говорил. Вот. Ничего. Да, надо напомнить людям, что к нам не стоит заходить, потому что у нас вообще ничего интересного нет. Вот. Вообще ничего интересного, согласен. Совершенно. Вообще. Вот. Да. Ай, было весело и...
писатично, но, блин, если бы тебе спал карта не пришла. Ладно, все, давайте. Всем спасибо. Пока.